Вот во многих книгах я утверждаю, что сердца здесь нет. Но у официальной медицины специалистов по сердцу, по кровеносным сосудам 10 специалистов. Вы представляете? Ну, с одной стороны, наглость, конечно. Но я ведь утверждаю правильно, это мотор по перекачке жидкости. А у этого мотора есть больше 500, называется, мышцы. И мышцы должны работать, как насосы. А у нас основной насос находится от пупка и ниже. И руки то же самое. Очень у многих получается так. Кровь туда приходит, ну, 100 грамм. А оттуда только может подать 90, а 10 остается. И начинаются отеки, тромбофлебиты, неприятности, боли в ногах и все прочее. Отчего мышцы перестали работать? Ходят мало, нас возят, мы сидим, и мы не работаем. Человек, который будет выполнять вот это упражнение, а у меня бывали после двух инфарктов, врачи предупреждали, если еще один инфаркт будет, все, каюк. Сегодня по 5-10 лет живут, инфаркта нет, инсульта нет. Проблемы с ногами нет, кровяное давление, как у космонавта. Посмотрите, что надо делать всем. Во-первых, это безопасно. Обязательно на уровне пупка встали, вытянули руки на прямой ноге. Ноги все время должны, голень вот, нет, только за счет коленей. И вы начинаете, во-первых, и держитесь. Безопасность. У женщин коксартрозы в старости, вы начинаете разрабатывать суставы здесь и там. Вначале не нужно так приседать, надо вот так, понемножку. По 10-15 сантиметров. И только через 1-2 месяца можно уже садиться туда. И поднимаетесь. Во-первых, тренируются мышцы спины. Тренируются мышцы живота. Все время руки вытянуты. Ноги вот так не уходят, вот так только. И вы все это делаете. Руки все время вытянуты. Устали, отдохнули, старенький, походили опять. Через 2-3 месяца человек должен приседать минимум 100 раз. В общей сложности у меня больные пенсионеры приседают по 300-400 раз. Через 2-3 месяца кровяное давление нормальное. Сердце мы сняли все нагрузки. Работают насосы. И сердце выполняет свою миссию. Работает как ресивер. Перекачка. Пришло, ушло. Что такое гипертрофия левого желудочка? То есть сердце, вот когда зашлаковано, ведь кровь она сгущается от грязи. И сердце нужно эту кровь прокачать. И сколько она силы тратит на то, чтобы продавить эту кровь и чтобы поднять оттуда. Горизонтальное положение, экстрасистола, мерцательной ритмии, все, что... все уходит. Но только нужно заниматься. Вот Борис Ефимов, это из Кукрамиксы, которому без недели было 108 лет, за неделю до смерти присел вот так 100 раз. А вечером там был внук, попили они чай, говорит, я немножко там приусал, прилягу. Вечером лег, а утром 3 часа уже не проснулся. Так вы же представляете, активность до последних дней. И за неделю вот так 100 раз потихонечку он присел. Следующее. Есть